Жабеныш. Жабеныш. Сначала видео. Видео? Это что будет? Пойдем толковать. Сюда. Да. Сейчас пока видео снимай. Опять? Воспитание происходит. А мама тоже воспитание? Подожди, не надо мне. Слышишь, я вот так. Смотри, или это просто так? Юра. Какая сирень красивая. Когда ее украли? Она мне старит. Мамка. Мне тоже старит. Какая сирень красивая. Ну да. Да, сирень, кстати, тоже очень красивая. Фига себе. Вот это ты забыл про нее? Я думаю, она что... такая чувство, что она еще лучше почему стала. Ну, мне тоже так кажется. А когда она дома висела, была хуже. Анька, ну, доделала, что ли? Или это помада? Анька, ты ее доделала, что ли? Да. Что хочешь, Оксана? Если мне дадут, я всегда хочу шампанского. Там еще навалом. Ну, наливай тогда. Ежели пошло на то. Вы доктора уже попробовали? А что мама уже? Которого ты мне хотел приложить, так и не приложил. Да. Но я как? Его уже давно пробовал. Мы же перед тем, как бабушке Антона купить, себе такой покупали. Так что он делает? Лечит. Все. Все лечит? Все лечит. Мам, ты что-то очень сладким запахло. Я дыхнулась чем-то. Дыхнулась. Что-то магазин какой-то напоминает. Была обратка и дыхнулась. Папа, ничего себе, не смотри. Мощь. На мальчика. А мамочки? Не-не, я уже все. Мамка, горла остатки. Антон, главное, не прыгай сильно на кровати, короче. Отглотните. Нормально. Сделай. Давай его. Давайте, сеструнки. На девочек. Ну, за девочек, да. На девочек и за девочек. Так, ты меня заставил одеться, а что ты ходишь? А я думаю, что это вы уже в одежде, вам так нравится? Они вообще, да. Мамка текает. Да, мама. Да, это молодость стала. Мамка, папка сказал, поехали, а сам такой, ой, это мамка, мамка. Ты уже готова? Конечно. Нам же дорогу надо еще, где тетка в шубе, там вообще будет на время ходить? А, понятно, да. Вы будете вообще провожать родителей или они сами пусть идут? Cheers! Походу так, да? Я думаю, что они забыли. Машины все перегружать. А идти перегружать же надо с машины, там же есть. Йо. Пацаночка, мы с тобой тут подождем. Там надо рукав та еще потрясти, я думаю. Может, а может надо попрыгать? Так, ну идти спальни. Крутые. Когда нам в шутке в этих сапогах носить. Ему уже в обед. Туалет? Туалет в обед? Ну. Ну так кто? Да, там у вас только чемодан, две сумки. Да, переложит, да? Точно все, ничего не забудет? Папочка, пока. Летом. Будем ждать вас в Англии. Доченька, давай. А вы на какой на новый? Тяо какао. Нет, нет. Так что ждем летом. Ну давай, счастливенько, приезжай. Мне нужно, она, я думаю, мне звонила. Мамочка, веди себя хорошо. Ну давайте, ой, кто-то развлекайте. Антоша! Антоша! Он с нами же идет, куда ты машешь? Все равно он же все... Ты фурлу свою взяла? Мою? Не свою. Или ты Оксанкину лавру взяла? Ну что, все? Ну ладненько. Ну вы быстро эти звоните, пишите. Антоша, что свидание? Пути мой. Пока. Пока. Ну чуть-чуть это уронили. Вообще-то. Мама. Сори. Ну что, пробуем на тебе кости. Выбираешь? Давай. Подождите, у меня прическа не сделана. Как там комментарий был, помнишь? Оксана крутила-крутила волосы и хвост завязала. А нет, нет, там нет. Комментарий. Это как каждый читает только о себе комментарий. Я все прочитала. Я те, что мне нравились, я полайкала, те, что мне не понравились, я проигнорировала. Правильно. Вот это я понимаю, я тоже всегда лайкаю и не лайкаю. У меня есть тут очень крутая штука. Вот, смотри. Это... ну, снимает бактерии, да? Только все натуральное, никаких гадостей.
Так что, поделитесь, если вам надо. Половинку отольёшь? Не, я вам могу так. Это называется санитайзер. Ну вот, moisturizing hand sanitizer. Их уже изобрели 10 лет назад. Да я знаю. Я... Но ты дошла только сейчас. Тут написано, этого. Что это супер хорошие вещи, понимаешь? Тут нету никаких триклозанов, которые воняют гормоны. Понял. Ну типа там ящерица пукнула, да. И это перетерли. Да, правильно. И прикинь, самое интересное, когда тебе вот санитайзер антиэйджинг. Ох, поняли? Вау. То есть на лицо тоже можно наносить. Не мыться, а обрабатывать раз в месяц поверхность и все. Это как тот анекдот, что ты рассказывал. Грязная жена, каждый день моется. Закрывай. Я вниз смотрю лучше. I'll kill you. Ей хорошо. Эй, Кися! Вот так интересно, она у нас, когда типа никого нету, редко так лежит. Она прям так же, как Бетька. Бетька точно так же размаливалась. Кись-кись-кись-кись-кись. Ой. Чего вы там ржали? А мы горбики гладили. Мы горбики. Такие, ой, у тебя такой бульдожик хороший. Не знаю, хороший. Ты что, смотришь на мою отсталую эту? На твою футболку. Да, какая-то... Ты думаешь, она плохая? Нет. А что такое? В чем дело? Что-то ты странно смотришь, как ты. Мы хорошо выглядим, а не него. Мочка, ты че? Не, она Оксанина. Она ей маловато, эта футболка. Да ладно, мне нравится. Обтяжечку. Мне, по-моему, тут все хорошо. Ты думаешь поменять? Ну, если Оксане нравится. Ты попробуй поменяться. Если Оксане нравится. Мне твоя больше нравится. Не, мне нравится, как она сидит, но я могу с собой поменяться, если хочешь. Оксана, я тебе могу свою дать, хочешь? Нет. А Влад, дай свою. У него, кстати, много. Остав! Ты видела, какая у него футболка? Какая? Ладно, ну как? Какая у тебя футболка? Показывай. Ирригатором смывай. Я вообще вижу эту штуку, я ее боюсь. Я хотела у родителей попробовать, но, короче, не решилась. Давай. У тебя еще и сережки. Как ты думаешь, как я уговорила на это? Я думаю, ты погладила ее бульдожиком. И они у тебя таким случайным образом сразу появились на ушках. Можно я померяю? Просто посмотрю, как они выглядят. Ой, слушай, мне так нравится. Что у меня с жилеткой так не прокатило? Нет? Аня! А ну иди сюда! Я хочу еще раз примерить жилетку. Знаешь что? Оксана, еще слеза. Слеза текла. Понимаешь, такая сестренская слеза. Вика такая, ой, мне что-то жилетка так нравится. И такая, знаешь, и знаешь, эти челюсти, что кажется. Попряхивает. Я после короны вообще ничего не могу видеть на своей голове. Смотри, у них даже гульки одинаково сделаны. Ты я что-то неправильно. У меня низко упала гулька, видишь, если по сравнению с такими. Но у тебя уже вишет. Старческая гулька. Слышала, я вот говорила, Вика очень добрая девочка. Забираю слова обратно. Научилась у Ани. Вика... Вика добрая, ровно первые 10 минут. Ты с ней мало общаешься просто. Антон, я иди сюда. Влад, держи, знаешь, потом так пш-пш, серый экран. Ну да. И потом, знаешь, такое включение, знаешь, без света. Типа, тут никого нет. Фатима. Как там? И так еще. Открываем ее там. Так написано. Прощай. А вообще, Оксана ни о чем. Вика жопа. Аня не умеет веселиться. Давай, ты на плечо к ней. Вот прям на плечо. Так я испачкаю. Да нормально, постирай. Ну это хорошо.